Вы знаете, как не было прискорбно, я слаг сейчас уникальность уберу. Ну, давайте подумаем. Если бы я сам для себя писал сайт, да, то, в принципе, это бы имело смысл. А теперь представьте, будет слаг, а там будет у вас 500 пользователей, всем придется ковыряться со слагом. С одной стороны, можно это сделать. С другой стороны, здесь можно сразу сделать пометку. URL при использовании Slack обязательно добавлять ID. Мы с вами говорили, что каждая запись имеет уникальный ID. Это значит, если ID, то добавить их что? Абсолютно верно. Мы это изучали. Get абсолют URL, то есть у вас проблем уже не должно быть. Извлечение. Тогда вопросов не будет. Если будет даже одинаковый Slack у людей, а нам Slack надо с одной стороны для кто-то любит читаемый, да. Но если мы добавим ID, то в любом случае URL станет уникальной. Почему? Потому что у него добавится номер записи. Если мы добавим метод, а мы его сюда однозначно будем добавлять, get absolute URL, мы его прямо сейчас добавим. То есть, если мы будем добавлять tab ID, да? То есть вы это уже запомнили, потому что это очень важный момент. ID есть в каждой записи. Сколько пользователей не было, каждая запись будет свой иметь уникальный ID. Поэтому даже при одинаковом Slack, я сейчас как не знаю, с одной стороны будут пользователи, когда их много, и, допустим, у 30 человек, или там у 100, или у 500, флаг может быть одинаковый. Иными словами, заголовок может быть одинаковый. Может. Тогда будут править, будут нервничать. С другой стороны, если мы его убираем, но ну, убирать тоже тогда, но с другой стороны, на YouTube, то можно, допустим, добавлять, но мы убираем пока, да? Сделаем так. Вот так-то делаем. Подумать. Но пока убираем. Тем не менее, решение мы уже нашли. Себе добавили, оно будет перед глазами. Slack обязательно добавлять ID. Иными словами, get absolute URL, мы его прямо сейчас и пропишем. Мы говорили, что поддерживают методы. Вы уже это прошли, все, вы это знаете. Да, кто не прошел, то тот, пожалуйста, на курсы и вперед. Все получится. Get абсолюты URL. Далее вернуть. Нам надо сейчас появилась функция reverse, то есть то, что будет возвращаться, да. Попробуем через извлечет from. Сейчас посмотрим, это не то. Ну, давайте вручную. Из Django URLs import reverse. Мы эту функцию рассматривали. Reverse. Дальше. Что нам надо? Дальше мы
будем использовать имя, это тоже вы уже прошли. Ну, пока мы себе прикидываем, это надо на деталь, поэтому post detail. Но тогда это имя надо дать будет обязательно обязательно это имя дать, когда извлечение одной записи. Ну, я сейчас напишу, потом в любом случае исключение будет понятно. Далее. Quarks. Так, ну я не вижу здесь. Тем не менее, то, что нам надо, почти есть. Мы будем извлекать по ПК первичный ключ. Django. Это опять все просто. Дело практики. Идем документация. Идем модели, по-моему. Наверное. Смотрим здесь. Сейчас. Да нет. Модели. Так, сейчас я вспомню. Да нет, точно в моделях должно быть. Просто я в меню не увидел. Сейчас найдем. Ну вот. Мы с вами разбирали на основе исходного кода. Иными словами, Django автоматически у нас добавляет integer field, да, для primary, для первичного ключа. В любом поле. Вот оно. Если мы откроем apps, мы видим, да? Big Auto Field. Добавление первичного ключа. В конфигурации указано и в файле настроек. Что оно показывает? А, исключение. Все правильно. Так вот, первичный ключ Django создает для связи с ID. И он всегда его есть. И мы его всегда можем использовать. Создавать что-то не надо. Единственное, что можем в функциях ПК назначить, допустим, ПК присвоит значение там ID ПК, какое хотим. Но в любом случае он всегда есть. Это надо просто запомнить. Поэтому мы пишем ПК и далее self ПК. То есть, иными словами, по ключу обращаемся к памяти, конкретно к тому месту памяти, где находится ПК. Словарь это будет очень быстро. При этом создавать чего-то не надо. Да? То есть, так как есть ID и Django создает автоматически первичный ключ, то он есть. Нам его надо только использовать. В данном случае получается хорошая картина. В чем она заключается? Так как каждая запись имеет ID, а мы работаем с getAbsolute URL, как вы помните из ранее изученного материала, getAbsolute URL не работает по поиску. GetAbsolute URL это переменная. Иными словами, идет конкретное обращение к переменной, к той записи, где хранится ПК той записи. Это точно, то есть никаких уже каких-то, хоть там 100 человек напишут, один тоже заголовок, но ID записи будет разная. Поэтому запись всегда будет извлечена уникально. Просто Slack нам может, по сути дела, и при поиске понадобиться. Но я не знаю пока сейчас, я так рассуждаю. А почему мы добавили getAbsolute URL? Потому что мы знаем, что модель это класс, она поддерживает методы. Мы и другие будем добавлять. Это классно. Далее, когда будем прописывать URL, нам надо будет просто сделать то, что мы ранее делали уже в уроках, обратиться и сделать. Да? Вот такой выход. Да? Получается неплохо. Так.
У нас здесь есть лайки и есть что? Есть лайки. Значит, нам логично будет сюда добавить информацию о лайках. Сами лайки мы будем писать при помощи Ajax. У Django есть готовые функции. Это, поверьте мне, это довольно просто. На самом деле, один раз разобраться надо. Разберемся 100%. Вам это понадобится потом для написания любых магазинов. В общем, будете использовать, иными словами, чтобы у вас появились действия, которые работают без перезагрузки страницы. Вот так. Стоп, оно работает, точно, я вам говорю, просто. Другая страница. А, я вышел. Точно все работает. Просто я вышел. Ага. Стоп. 8.11. Стоп. Вот тут у меня есть какой-то баг. Ну, это потом разберемся. Вот, работает все. Чтобы были действия без перезагрузки страны. Там может быть все что угодно. Модель с money to money field опять обращается к юзеру. Ну, сейчас начнутся пляски с бубном. Related name. Post comment. Комментарии могут быть заполнены, могут нет. Значит, бланк истина. То есть разрешаем не это отвечать. Не обязательно комментировать, да? Человек может комментировать, может не комментировать. Money to money отношения многие ко многим. Иными словами, ведь могут разные комментарии, один пользователь может комментировать разное количество статей, правильно? И отвечать в разных комментариях. Поэтому сейчас мы пока приведем. У нас комментариев здесь нет, поэтому легко все сделала. Комментарии мы будем дальше писать. Модель, которая будет относиться вот к этой модели. Да, но это позже уже написано. Но тем не менее у нас что еще есть? У нас, если добавить комментарий, вот он, да, то на него, в принципе, можно ответить. Значит, у нас это поле есть. Ответы, да? Так. Здесь какой-то глюк. Не, не глюк. Это просто сервер так работает. У меня несколько запущено копий. То есть, значит, нам надо еще одно поле, желательно здесь бить. Ответить. А вот это уже будет. Что у нас? Так, это у нас будет foreign key. Многие к одному, ведь у нас отвечают на какой-то конкретный комментарий, но отвечать могут хоть 100 человек, правильно? Значит, модель foreign key. Далее. Что мы делаем?
А вот что мы сделаем. Добавляем self, то есть прямая ссылка на комментарий у нас будет. Далее. Можно отвечать, можно не отвечать. Ноль надо нам, бланк. Бланк даже не знаю, потом посмотрим. Нет, пусть будет заполнено, если человек уже отвечает. Related name. Репл, окей, ну пусть будет так. Добавим метод onDelete. Давайте пока не будем добавлять, получим исключение. Попробуем. И мы видим, так, видим, да, тип error, init, onDelete. То есть метод onDelete, его нет. А foreign key, нам же надо знать, что делать с записями. Удалять все. Миграции. Обновим. Так, наш сайт закрылся, что ли? Хом. И у нас появилось несколько полей. Это опять воробей, контент, еще воробей. Далее выбираем пользователя. Лайки, кто лайкнул. И кто на какой пост ответили. Давайте посмотрим. Да, все у нас работает. Но кое-чего не хватает. Тут, я думаю, проблем нету. Единственное, что мы себе делаем. В данном случае нам понадобится играться с этими вещами. То есть прописывать в постах, в функциях. Мы используем еще один параметр related name. Иными словами, чтобы обратиться конкретно к какому-то лайку, как объект менеджера обычный, да, то мы присваиваем ему определенное имя. Имя related name должно каждый раз быть уникальное. Оно будет использоваться на автомате, ребят. Поэтому мы просто его вписываем. В конце концов, если посмотреть, то нам желательно еще подсчитывать лайки. Поэтому мощность Django в том, что прямо здесь мы можем написать эту функцию.
количество лайков. Это метод, значит, нам надо self. Далее вернуть self wow и стандартную функцию посчитать. Все. То есть нам посчитало. Наша модель начинает потихонечку-потихонечку расти. Здесь можно просто перезагружать, миграции не надо, методы и так просто работают. То есть, ну, на данный момент достаточно нам этой модели. Я единственное вбил то, что как можно еще улучшать. Сейчас не будем делать tags, добавить теги чуть попозже. Можно установить библиотеку Django Target, она готовая, чем самому писать. Хорошая библиотека. И потом с ней поработать. Можем сразу поставить. Взять себе сюда. Django Target. На потом уже задач. Пока хватит и так. Бо нам и так много работы. Slack мы добавили. В админку DB индекс добавили, лайки, сохранение лайков тут подправили. Ну все, дальше нам надо уже писать комментарии и уже переходить к вьюхам, шаблонам URL. Ну, так как мы сейчас работаем с моделями, сейчас я хочу сказать очень важную вещь, которая, в принципе, имеет значение. Вот мы видим модель. Мы делали эту модель для чего? Для того, чтобы разместить наши данные в базе. Мы видим, да, все разместилось везде. Вы помните, я вам говорю при primary key, то есть все. Написано, создан первичный ключ автоматически и так далее, и так далее. Ну, это, я говорю, лучше, чем ничего, но лучше в другой базе делать, конечно. Но я уже нашел для ребят, чтобы они хоть как-то, я думаю, они разберутся. Я просто, чтобы ребята как-то представляли. Ладно. Зачем я это сказал сейчас? Почему это важно? Потому что, когда мы откроем документацию, смотрите, все, что происходит в модели, то есть, давайте вот так сделаем. Настройки все, типы полей, которые мы создаем. Дальше, метаопции, которые мы, при помощи которых мы расширяем нашу модель. Далее,
и все другие действия, которые относятся к модели, делаются ради одной вещи. Ради методов выборки объектов. Какая задача разработчика? Задача номер один мы выполнили. Задача всего три, да, по сути дела. Веб-разработчика задача первая. Разместить базу. Базу данные. Это может быть запись, картинка. Второе. Извлечь с базы нужным образом. Третье. Показать, как и где. Вот и все. На это и опираемся. Создав модель, мы уже задачу номер один выполнили. Где наш проект? То есть в базе размещена информация. Так вот, то, что мы все вот это вот проходили и ранее там в уроках, все делается ради одного. Модели имеют API. Документация, это звучит carry set. Выборка объектов. Методы выборки объектов. Вот это, здесь огромное количество методов, которые мы тоже уже с вами проходили. Но сейчас в курсах дальше мы будем на этом заострять внимание. То есть с модели понятно, модель есть, она имеет API. Мы в Юпитере с вами получали value list, создавали, да, самое простое. То есть работали уже с API. Модель имеет менеджера, который называется Objects при извлечении. Это мы будем дальше делать с вами. Я объяснял ранее, мы с вами понимали. Но дальше нам надо будет заострить внимание. На чем? На представлении. Да, мы с вами, вы уже, я надеюсь, должны понять, были, исходя из уроков, как представление относится к carry set. То есть, везде мы работаем с API-модели. Вот в представлении мы к API-модели будем обращаться, когда будем писать представление. Именно функции представления будем указывать, чего там нам извлечь, а потом еще осталось только шаблоны. В шаблонах мы будем записывать и модели, и переменные представления. Вот эти вещи, я на них заострю внимание, чтобы у вас все уже до конца расставилось, да, чтобы вы уже осознанно работали с Django. Пока на этом этапе нам надо понять, что самое главное, все, что мы делали, мы разместили базы, в базу, и у нас для этого есть API. То есть все это можно оттуда вынять. Но вынимать мы будем с базы данных, извлекать при помощи уже работы во вьюхах, view, да, в представлениях. Это уже будем дальше делать. Пока все, нам осталось с вами, согласно нашего плана, который сейчас, потом уже дальше пойдем, да, Юпитером мы установили. Это уже, я скорее всего, будем когда в платных курсах все-таки, там надо много ковыряться, уже будем там схему еще написать. Ну, а пока нам осталось с вами, что сделать? Заменить поле, добавить редактор. Ну что ж, давайте его добавлять. Мы же с вами ставили реччех. Вот у нас есть поле text field. Можете сделать вот так, закомментировать его. После чего скопировать. И давайте from sk
кредитор мы с вами хотели. Филдс, у него есть свои поля. Импорт. Но подсказывай. Rich Texfield. Rich Texfield. Поэтому здесь мы ставим Rich Texfield. И давайте обновим. Так. Угу. Хаст на атрибуты. Да. Да, да, да. Вот тут, да. Тут у нас вот эти атрибуты он показывает, их нету. Значит, что точно будет? Так, ну смотрим. Здесь надо проэкспериментировать. Давайте мы просто пока удалим. И вот так сделайте, да? Проверьте Django. Сначала ставим пустое поле. И проводим миграции. Так, чего-то я здесь не... все, нет, должно работать. Отменить. Все, я вижу ошибку. А какое отношение имеет Rich Texfield к модели? Никакого. Это же обращение к Django, его просто надо убрать. Так будет правильно. Вот это все должно, в принципе, работать. И Max Lect должен работать. Потому что... А вот не знаю, наверное, не будет работать. Он же относится к полю. Да, вот так создалось. Давайте попробуем добавить. Наверное, я, сейчас даже не проверял. Но, по сути дела, он не должен работать. Он же относится к полю Chartfield. А это уже другое совсем. Давайте добавим. С нас не... Не, работает. Все нормально. Да, да, нам же надо какой-то... Нет, 200 символов нам мало. Ребят, что-то я не то написал. 5000. Так, ну откроем наш пост. Обновим. Исключений нет. Ну, давайте посмотрим воробья. Да, действительно, появился редактор. Давайте вот так. И сохраним. То есть редактор у нас появился. Для того, чтобы он появился в формах, там надо немножко другой. И загрузка картинок здесь не будет. Здесь будут... Что? Здесь будут юрлы, да? Это у меня такая тема, поэтому не очень видно сейчас, да? Но можно сделать и загрузку, ну, может, позже уже. Сейчас не хочу с этим ковыряться, потому что это не так важно сейчас. В формах уже надо будет. Чтобы был загрузка картинок, это надо ставить уже по инструкции, прописывать URL. Вот, а так... По крайней мере, у нас появился нормальный редактор, где мы можем уже редактировать текст, а дальше его улучшить.
Ну, в общем, все тут как в детском конструкторе. Ага. Кто? Какую статью? Не выбрали, да? Потому что раньше мы добавили позже, да, когда комментарии, они выбрали. Ну ладно, все это по ходу разберемся. Обратите внимание, поле Фрэнке, оно выглядит, когда выбирается какой-то вариант. Поле Money to Money, тут будут все пользователи, мы просто выбираем. Но они, понятно, у нас потом автоматом будут выбираться. Ну все, пока здесь все.